мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Правительство России включило Тулу в число регионов, где реализуется пилотный проект Минтруда России по переходу на прямые выплаты социальных пособий. По новому порядку рассчитывать и перечислять пособия будет региональное отделение фонда социального страхования, а не бухгалтерия предприятий, как это было раньше. По словам заместителя управляющего Орлана Сарыглара, внедрение электронных больничных в Туве позволило региону войти в пилотный проект. Показатели Республики Тува по выдаче электронных больничных листов было на хорошем уровне, что нами была проведена такая разъяснительная работа, что мы оказались в первой тридцатке по всей России. Да, выданы на данный момент более 9500 больничных электронных листов. Лидерами, конечно, являются те регионы, которые уже в пилоте там несколько лет. Вот. Анализируя эти показатели, все-таки показатели работы отделения фонда социального страхования в Республике Тыва положительные, и руководство фонда социального страхования включило нас в пилотный проект «Прямые выплаты», который вступает в действие с 1 июля 2018 года. Выплаты будут поступать напрямую работникам на банковский счет или по почте. Как отмечают специалисты, такая система не допускает возможные мошенничества, а также исключает случаи невыплаты пособий. В постановлении правительства говорится, что Тува перейдет на прямые выплаты с 1 июля 2018 года. Работник обращается к работодателю. Работодатель начисляет пособие и выплачивает работодателю, работнику. После 1 июля работник будет обращаться опять же к работодателю, да, в этом ничего не изменится, обратится он к работодателю, и работодатель должен, значит, заявление, которое предоставит работник, пакет документов, уже передать к нам. Передается документы в течение 5 календарных дней. Вот, и получается, в данном случае работодатель будет просто передающим звеном, передающим документы. Выплата пособия работнику производится в те же сроки. Нужно будет написать заявление по установленной форме, формы документов, которые должны оформляться вот в условиях пилотного проекта. Они утверждены приказами фонда, ну так, для просто для того, чтобы знали, 578, 579, 24 ноября прошлого года. Формы документов утверждены, в том числе заявления, которые предоставляет работник. Мы рекомендуем работодателям, так как у них у всех есть, значит, программы бухгалтерские, вот, допустим, там 1С, там Контур, в них есть реализована вот эта функция заявления само. И мы, когда проводили семинары, рекомендовали бухгалтерам, чтобы они помогали работникам в этой программе, оформляют они заявление, распечатывают, отдают работнику, и он уже расписывается. До сих пор в проекте участвовали 33 региона. С 1 июля к ним вместе с Тувой присоединятся еще 5. Республики Кабардино-Балкария, Карелия, Северная Осетия, Алания, Костромская и Курская области. В связи с ухудшением экологического и санитарного состояния памятника природы озера Дусхоль, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тувы утверждены границы функциональных подзон и их режимов особой охраны внутри километровой зоны памятника природы республиканского значения. Охранная зона разделена на 4 подзоны. Это юго-западная часть озера, подзона покоя птиц, юго-восточная часть, где расположены сезонные объекты, палаточные городки и стоянки транспортных средств, и четвертая – это подзона размещения объектов капитального строительства в западной и юго-западной части озера. В этих местах ведомством запрещается проезд и стоянка транспортных средств, установка палаток, туалетов, снятие верхнего плодородного слоя, сбор грязи и иных донных отложений озера, а также их перемещение за пределы береговой линии. Отмечается, что стоянка транспортных средств, установка палаток отдыхающих разрешается возле сезонных объектов кемпинга и на территориях пансионатов, туристических баз и иных оборудованных мест отдыха. В связи с проведением первого всеармейского соревнования по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России, который пройдет на стадионе Хуреш, будут перекрыты ряд улиц Кызыла. Так, 30 июня и 1 июля с 8 утра и до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улицам Каахем и Ленина от магазина «Империя Меха» до пересечения с Интернациональной. Также временно проезд будет закрыт по улицам Щетинкина-Кравченко и Интернациональной.
В этом году дорожный фонд увеличился на 500 000 000 рублей. Это значит, что появляются возможности строить нормальные дороги и не только в столице и вокруг нее, но и в сельской глубинке. В общей сложности за год должны отремонтировать и ввести в эксплуатацию более 130 километров дорог. Так, на средства дорожного фонда планируется капитально реконструировать подъезд к селу Арык-Бажи Улукхемского района. Протяженность участка чуть больше 15,5 километров. Стоимость работ оценивается в размере около 200 миллионов рублей. Автодорога имеет двойное значение – региональное и межмуниципальное. Кроме того, в 2018 году будут реконструированы 3 километра автодороги местного значения. Это участок между селами Самагалтай и Бельдир-Арык в Тесхемском районе. Также в этом году планируется отремонтировать более 130 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Почти 1,5 миллиона рублей направят на ремонт мостов через реки Сой в Тандинском районе и Хуле в Улукхемском. Почти треть средств дорожного фонда вкладывается в реконструкцию коммунального моста в Кызыле. В общем, это около 550 миллионов рублей. Напомним, что реконструкция моста через реку Енисей стартовала в ноябре 2017 года и должна завершиться к концу 2019 года. В результате фактически выстроят еще один мост, и двухполосное движение будет организовано в каждую сторону. И о курсах валют. Доллар 63 рубля 29 копеек, евро 73 рубля 8 копеек. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». В Туве прокуратурой Тоджинского района признано законным возбуждение уголовного дела в отношении браконьеров, которые в нерестовый период выловили около 3100 хариусов и заготовили 20 килограммов икры этого ценного вида рыбы. Установлено, что в конце мая текущего года на автодороге Кызыл-Сарыксеп сотрудниками ДПС в ходе проверки документов внутри салона обнаружена икра и саянский озерный хариус, занесенный в Красную книгу Тувы, один линок и 12 щук. Инспектор Госкомохотнадзора подсчитал, что размер ущерба, причиненного уничтожением и незаконным выловом водных биологических ресурсов, составляет более 830 тысяч рублей. В ходе проверки установлено, что икра и рыба добыты двумя мужчинами на озерах Тоджинского района. Браконьеры ловили рыбу при помощи рыболовецких сетей в запрещенные сроки. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Рыболовы, допрошенные в качестве подозреваемых в совершении преступления, дали признательные показания. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. Министерство образования и науки Тувы напоминает, что заявки для участия в конкурсе для участников губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» принимаются до 15 июля. В соответствии с постановлением правительства республики об утверждении порядка реализации проекта главы Тувы «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» объявляются конкурсы на выплату единовременной стипендии 20 отличникам учебы, обучающимся в профессиональных образовательных организациях в размере 5000 рублей по итогам зимней и летней сессии, на выплату стипендии 20 отличникам учебы, обучающимся в вузах, в размере 3000 рублей в течение 10 месяцев по итогам зимней и летней сессии, и на выплату единовременной премиальной стипендии в размере 30 тысяч рублей 5 участникам проекта. В проектном офисе Министерства здравоохранения Республики обсудили ход реализации проекта «Пути к долголетию». Важное место в обсуждении уделено вопросу борьбы с туберкулезом. Как сообщил заместитель главного врача противотуберкулезного диспансера РТН Кулар, по предварительным итогам работы за 6 месяцев текущего года отмечено снижение смертности от этой болезни. Число сохраненных жизней с начала года составило 13 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанный период потеряно 60
68 больных туберкулезом. Снижение показателя смертности зарегистрировано в городах Кызыл и Ак-Довурак, Улукхемском, Пихемском, Кызылском, Барунхемчикском районах. Не допущено смертности от туберкулеза в Мангунтайгинском, Авюрском, Судхольском, Чидыхольском и Тырыхольском районах. Рост смертности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено в Чахольском на 5 случаев, Тесхемском и Арзинском на 3 случая, Байтайгинском на 2 и Дзунхемчикском на 1 случай. Значительное повышение средних показателей по республике допущено в Чахольском, Тоджинском и Байтайгинском районах. На учет за отчетный период взято около 180 больных, что на 88 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель общей заболеваемости туберкулезом составил чуть больше 56 случаев на 100 тысяч населения. Снижение заболеваемости туберкулезом детей составило более 23% или на 3 ребенка. Пятого июня состоялась встреча научных сотрудников Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований с археологами и антропологами из Франции и Монако. Основной целью поездки археологов является сбор материалов по памятникам археологии, расположенным в долине царей Хакасии и Тувы, для включения их в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодня исследователями поставлена цель убедительно представить научному сообществу гипотезу о возникновении и распространении скифской культуры из Центральной Азии на Запад, поскольку нынешняя гипотеза представляет собой обратный процесс. В этих целях группа французских археологов выехала 24 июня в Пихемский район и провела аэрофотосъемку курганов Аржан-3 и Аржан-4. По их мнению, долина царей Тувы таит в себе больше загадок, чем многие именитые памятники Средиземноморья. Также все они задаются вопросом, кто же жил до племени скифского типа на территории Центральной Азии, кто были эти протоскифы. В планах археологов также выезд по северным районам Республики Хакасия и участие в научных мероприятиях, намеченных на сентябрь текущего года в городе Абакане. Очередной приезд в Туву исследователи планируют в следующем 2019 году. Первое республиканское FM-радио сегодня завершило тотальную раздачу подарков радиоквеста «Замес майонез». Напомним, что на радио «Голос Азии» каждый будний день звучат загадки, в которых ведущие рифмуют шифр. Если загадку разгадать, то можно легко понять, где находится приз. Сегодня партнер квеста «Магазин Химтоп» подарил одному счастливчику упаковку концентрированного жидкого мыла и специальный суперспрей для мытья окон. Узнаем, кто первым сумел приехать на зашифрованное место и сказать кодовую фразу квеста. Здравствуйте. Вот вообще сразу такой нашел. Вышел, такси сел такой, сразу «Голос Азии» слышу. И сразу этот, ну, конкурс такой. На следующей неделе участники квеста снова смогут побороться за подарки от спонсора, ведь магазин «Химтоп» – настоящая находка для тех, кто ухаживает за собой и своим домом. С недавних пор на полках «Химтопа» появилась натуральная органическая косметика, шампуни, гели, мыло, скрабы и крема известных фирм «Натура Сиберика», «Натура Органика» и «Органик Шоп». О правилах квеста узнавайте в эфире радио на 102 и 5 FM. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что у нас действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные». С заботой о клиентах. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, гроза, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20 градусов, днем плюс 33, плюс 35 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.